Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, давай-ка заберем сундучок и посмотрим. Так, рыбка, руны, ну, в общем, все как обычно. Ничего тут супер нового нам не досталось. Так, мне писали, что у нас какое-то событие началось, точно. И это у нас увлекательные заготовки. А, друзья мои, случайно, вот буквально месяц назад, разве не такое же у нас событие было, а? В котором нужно будет делать три заходки, насколько я помню. Так-с. Да подожди ты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Две, друзья мои, две заходки, но все равно событие не маленькое. Так, ладно, давай начнем, наверное, со сбора. Так, подожди-ка. Подожди секунду. Я вот думаю, хватает ли мне. Да, ребят, я, наверное, отправлю все-таки нашего ветрокрыла чемпиона на прокачку. В дальнейшем он нам просто офигенную службу сыграет. Если мы сейчас, как говорится, в него вложимся. Так, также вот водореза надо бы нам, наверное, тоже прокачивать. Ну, видишь, обучить. Так, а Громоль всего лишь просит 44 миллиона. Ладно, давай отправим. Так, с водорезом-то что делать? Будем прокачивать, друзья, будем прокачивать. Смотрим, что у нас тут. Ну, понятно, тусклый янтарь. Беззубик. Ай, древесина. Блин, ты прикинь. Твою налево. Там какое-то крутое яйцо было. Ну, по крайней мере, дракона, по-моему, у меня такого, друзья мои, не было. Так, здесь у нас вообще ничего больше нету. Давай тогда наших ребят, наверное, отправим быстренько на дальнейшие поиски. Так, тусклый интель нам принесли. Рытье или постройки? Пускай делает постройки. Барсик, у тебя там что? Яйцо. Но это яйцо, ребят, бывалое. Мы знаем, что оно было у нас. Так, пускай бесплатно летит. Но здесь тусклый интель 100%. Даже не обсуждается. И слизь. Бесплатно. Там все равно яйцо барсика, насколько я помню. И сделаем приручение. Так, ребят, меня давно не было в играх. Я потому что подсел на мультсериал. А знаешь, как называется? Боевой континент. Блин, там 100, сколько? 120 серий. Что-то меня так приплющило. Но, правда, я сбился с режима. Я опять ночью смотрел сериалы, а днем, ребята, просто дрых. Поэтому играть не получалось у меня. Так, что у нас тут? Ну да, этому, конечно, дофига нужно. У нас рыбы есть только? Нету. У нас только рыбы нету. Так, отправляем за рыбой. Тебе отправляем за древесиной. Вот этих вот еще как-то нужно будет, ребят. Но это уже потом. Потом уже будем прокачивать. Сейчас нет возможности качать и тех, и этих, потому что ресурсов мало. Так, что мы хотели с тобой прокачать? Водореза докачать, да? 1250. Ну, это, кстати, не так много, 1250. Хотя для нас это, ребят, существенно. Так, по поводу беззубика. Он у нас же вроде бы как задание, да? Поищите пещерного складреса. Пускай тогда летит. Вот, вот, ребята, я не знаю, что это за... Землехват... А, подожди, а разве землехвата у нас нету? А, вот, ребят, землехват у меня есть. Землехват у меня, оказывается, есть. Вот, тут написано, наличие 1-1-1. То есть эти ребятулечки у нас есть. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Ну, вот это, наверное, возьмем. И вот это. Пока все. Так, дальше что у нас? Сидишь тут, притулился, да, бедолашка? Так, Буйволорд тоже тут притулился.
Так, здесь. Ага. Блин, копили, копили. И потратили все не на того. Ну ладно, ребят. Все равно надо было того прокачивать. Еще раз говорю, что в дальнейшем так будет даже лучше. Тут нужно 500 рыбы. Опять древесины много, и нам древесину. Так а что много-то? Забрать, да и все. А этого отправить дальше на поиски. Тебя на поиски. Опа. Они хотят сказать, что я все рыбные места позабивал, что ли? Я не понял. А ну-ка, буйволорд, вернись. Я лучше отправлю, конечно же, туда. Так, модификрылка. Если мы с тобой сейчас еще прокачаем чуть-чуть. 264 не хватает. Ладно. Пока вроде бы все. Так, давай теперь по легендаркам пробежимся. Это мы отправляем. Зеленая смерть тоже отправляется. Ну и этот парень, естественно, тоже, ребята, отправляется. Так, идем сюда. Забираем наши награды. Давай, давай, давай. Ну. Отлично. Да ладно. Всего лишь блестящий янтарь нам достается. Скудненько. Ну, что ж поделаешь. Так, монетки Одина и загадочный для ребят набор. Шепот смерти, громобой, шторборез. Так, 26 рун. Ну, нормально, в принципе, ребят. Так, здесь. Ага. С древесиной опять у нас полный завал. Давай, лети за древесиной тогда, парень. У нас янтаря не накопилось? Накопилось. Ну, этого тогда тоже отправляем за древесиной. Пускай летит, собирает ее потихоньку. Буйволорд. Буйволорд пока, наверное, отдохнет. Так, здесь. Здесь у нас по фулке. Так. ...245 он требует. А тут 128. Подожди, 128, мы же модификрылку. 264. Давай прокачаем ее чуть-чуть и отправим дальше, пускай собирает. Куда бы мне древесину бы слить? Огнепек, иди подкачайся чуть-чуть. Блин, ну что-нибудь посерьезнее, конечно, хотелось бы куда-то побольше слить дерево. Блин, тут можно было 87 уровень получить. Да некуда, некуда сливать, абсолютно, друзья. Некуда нам древесину слить. Все просто перенасыщены. Хм. Здоровски. Да, для меня это неожиданно, конечно. Обучить Урчамэнь. Ну пускай хоть Урчамэнь летит, тренируется. Ну а что делать? Ну если не на кого больше, ребят, потратить. Кстати, про этого-то парня я забываю постоянно. Угу, яйцо. Так, остров. Замечательно. Так, я сейчас еще гляну. Обучить. Пускай болельщик сардельки тоже летит. Ну, пускай дрожжи. Ага, не хватает места. Все, ребят, тогда. Тогда у нас получается здесь все. Ну что, откроем, наверное, загадочный пак. Точнее, ареновский пак, ребята. Редкий, шторморез, крылатый ужас, кошмарный пристеголов, водорез
Громобой и Громгильда. Да еще и тройной удар чемпиона выпадает. Давай следующее на открытие. И, наверное, можно смело переходить, друзья мои, к событию. Да, поехали. Так, ну что, первый поединок, друзья мои. За 50 рун у нас будет битва. Чем больше рун мы с тобой получаем, соответственно, тем быстрее мы откроем новый островок или что-нибудь приобретем. Ну что же, здесь дымодышащий, как мы видим. Уровень у него 19-й. Он один, но он очень крепок. То есть, в первую очередь, что нам нужно сделать? Соответственно, понизить ему броню. Всего здесь две волны. Уровень у него не такой высокий, поэтому не критично, ребят. Так, на последней волне у нас кто? Водорез. Водорез тоже, ребят, я смотрю, крепкий. По-моему, судя по полоске ХП. Ну да, не такой быстро разбираемый дракон. Но да ничего. Разберемся и с ним. Может, не будем хиляться. Давай так, наверное, продолжим его бомбить. Гасить, так сказать. Ну, барсик добьешь. Красавчик. Так, ребят, крутим колесо и забираем. Жалко, что один плод мудрости, но это все-таки лучше, чем какая-нибудь там древесина или еще что-нибудь. Но самое главное, конечно же, мы забираем руны. 50 штук, и у нас уже будет 3573. Неплохо, я считаю. Так, ну что, двигаемся дальше по увлекательным заготовкам, друзья мои. И здесь у нас кревет встречает. Опять же крепкий. Опять же, ребята, крепкий. Нам, наверное, придется все-таки воспользоваться, ребят, слепотой. Нам придется воспользоваться слепотой, чтобы он не сделал свой мощный суперудар, который он, естественно, может нам прописать. Так что пускай лучше он будет под нашим контролем. Ты уже и так видишь, сколько он нанес урона нашему шторморезу. Даже не буду пока ничего тратить. Для того, чтобы накопить еще на одну слепоту. И, соответственно, его уже после второй попытки в слепоте будем разбирать его суператаками. Так будет намного-намного эффективнее. Тем более слепота, как ты видишь, уже спала. Мы повесили. И вот сейчас, вот именно с этого момента, начинаем его, ребят, гасить. То есть... Ага. Блин, гасить-то не получается. Нечем просто, ребят. Ну, ему уже все. Ему из наших пут, так сказать, не выбраться. На второй волне у нас... Ага, острокрылый змеевик. Почему они все такие крепкие? Зачем такое сделали? Я никак не могу понять. Пока ничего не буду делать. Будем атаковать обычными атаками. И, как говорится, накидывать на него слепоту. Как ты видишь, они все почему-то идут именно с усилениями. Так что давай-ка без рисков лишних. Так, бомбим. Здесь мы сейчас понижаем, ребята, ему броню. И добиваем. Отлично. Давай глянем, что на этот раз нам может здесь выпасть. Да ладно. Два плода мудрости. Что-то увлекательное меня, по-моему, ждет в конце этого, ребята, как говорится, происшествия. Они просто так плодами разбрасываться не будут, уж поверь мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты-то лезешь, ё-моё. А, ну это обычный, то есть не усиленный. Я еще представляю, если бы его усилили, это было, конечно, ребят, это было бы жестко для меня. Мы все прекрасно знаем его суператаку, по-моему, на двух энергиях, или даже на трех. Так, ну здесь тоже мало что приятного. Два дымодышащих. Разберем, наверное, вот этого в первую очередь. Чувствуешь разницу между атаками, да? Сколько урон по синим и сколько по фиолам.
Даже не обсуждается. Так, ну что, добьем? Не, не добьем пока. Ну, ему недолго тут осталось плясать. До свидания. Понятно, древесина. Ладно. У нас так ее много. Станет еще больше. Так, забираем тусклый янтарь и переходим на следующий поединок. Тут будет, ребята, у нас первый мини-босс, после которого мы заберем загадочный пак. Надеюсь, мини-босс не будет сильным. А встречает нас здесь Хоферсон, но тут уже, друзья, три волны. Так что распределяем наши все силы. Копим на суперудары. Само собой, нам еще понадобится хил. Угу, пристиголовый. Ну ладно, этого-то пока трогать не будем. Да и толку нет, если честно. Он нам ничего особого не сделает. Вот этот вот, конечно, паршивец, да. Со своим огнеметом. Неприятный, конечно, дракон. Ладно, давай через отхил тогда. Ну и понеслась. Это сородич Лаварыга. Думаю, объяснять не надо. И так видно, что он похож на него. Понижение или хил? Давай, наверное. Давай хил. Насколько я помню, у него боевых способностей нету. Именно по скиллам. У него там хилы и броня. Так, последняя волна. И здесь у нас кревет плюс шторморез. На штормореза как бы нам сейчас... Ну не то чтобы нам плевать на него, но он на порядок слабее кревета. А вот кревета нам надо брать, ребят, под контрольку лучше. Тем более он делает на себя, как ты видишь, усиление. Так, ну что же. Думаю, с креветом мы попрощались. И остается шторморез. Опять же, он против нас ничего, ребят, не сделает. Да, 112 миллионов рыбы. Ладно. Ну что, друзья мои, последний поединок на сегодня. Давай глянем, что там у нас будет за мини-босс. Три, опять же, волны. И встречает нас два змеевика. Начнем, конечно же, с синюхи. Потому что он разберется быстрее всего. Так, ну что, нам на отхил хватит? По идее, да. Теперь второго змеевика будем бомбить. С усилением атаки. Угу. Хорошая комбинация, ребят. Я не знаю, или его сразу гасануть. Тогда мы потратим всю энергию. Либо с двух заходов. Давай с двух заходов. Заодно немножко энергии себе ставим для отхила. Наверное, так все-таки. Так, шикарно. Блин, у меня не получается скалотряса убить сразу с одной заходки. Постоянно, ребята, он активируется. Через отхил я буду действовать. Так, двух зайцев мы убьем. И этого уничтожим, и, как говорится, этому урон нанесем. Плюс, естественно, отхил. Ну что, добиваем. И переходим на последний этап. Вот, ребята, Костолом и Ветрокрыл. Два брата, блин, акробата. Наверное, нам... Ну, давай я так попробуем. Допустим. Поехали. Наверное, пока тратиться не будем.
черт подери, подожди-ка. Ага, вот так вот. Ну ладно, это нормально, ребят. Я надеюсь, что сейчас мы его уничтожим. Есть. А сюда вешаем слепоту. Все, ребята, он в наших, как говорится, ежовых рукавицах. И никуда он уже от нас не денется. Мы ему не позволим здесь ничего сделать. Благодаря нашей, ребята, слепоте, которую мы на него накидываем. То есть у нас хватает как раз два хода для того, чтобы откат произошел. Мы его опять же вешаем. Ну и в таком же темпе. Все. А дальше он пускай что хочет делает. Хоть суперудар, хоть что, нам абсолютно уже по барабану. Ему это, конечно же, друзья, не поможет уже ничего. Ну все, давай, Ветрокрыл, не выделывайся. Я так и думал, что рано или поздно он это сделает. Почему слепоту мы на него и вешаем. А теперь можно и добить. Ну что же, опять, я так понимаю, древесина. Ладно. Забираем загадочный пак. Раз, два, три, четыре, пять. Да, еще пять, ребята, поединков, и событие это будет у нас пройдено. Давай открывать монету Одина. Костолом, кревет, костолом дикарь. Так, что это у нас тут? Громобой. Необычный, ребят. А необычные громобои у нас очень хорошо, ребят, ценятся. Особенно если их обменивать. Но, насколько я понимаю, что сегодня мы выполнили все условия, которые даны были. Блин, конечно, с древесиной полный завал. Ее, насколько я вижу, всегда у нас больше, чем рыбы. Всегда. У нас нет столько, ребята, накоплений рыбы, сколько древесины. Это немножко, конечно, расстраивает. А больше расстраивает, что ее потратить некуда. Даже с некоторых драконов я и забрать ее не могу. Потому что... фул. И обучить не могу, потому что академия у нас заполнена. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на сегодня мы, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.